Вас просили спуститься в бар. Кто? Большой Жан, ваш партнер. Он уже пьян? Нет, не очень. Спасибо. Что вы здесь делаете? Жду. Ах, просто ждете? Интересно, сидит в моей машине и ждет. Кого? Зачем? Вы меня не узнаете? Да я вас впервые вижу. Выходите. Мы вместе были в баре, и вы даже посмотрели на меня несколько раз. Ну и что? Это еще не причина, чтобы забираться в мою машину. Я замерзла, вас долго не было. Ну, зачем? Зачем вы меня ждали? Я хотела, чтобы вы меня домой отвезли. Где вы живете? Рядом с центральной тюрьмой. Где? Рядом с центральной тюрьмой. Ну, очевидно, вы заметили, раз наблюдали за мной, что сегодня я пил не только лимонад, а автоинспекция. Вы же так и так собирались ехать. Но я бы пробирался к себе темными улицами, а к вам на край света. Дорога к тюрьме не такая уж светлая. Эй, давайте подброшу вас до стоянки такси. Нет. Если вы без денег, я одолжу. Опасно ходить ночью одной. Нет, не надо. Ну ладно, поехали. Я отвезу вас. Ну а теперь что? Я не поеду домой, не хочу, боюсь. Боишься? Кого? Маму. К тому же она меня не впустит, уже поздно. Я думала, вы меня пригласите. Ну, приглашу. С какой стати? Мне показалось, я вам нужна. Нужна мне? Да. Очаровательно. И как я сам не сообразил. Вот 45 лет только и делаю, что ищу тебя. Где ты была раньше? В ресторане. Ты что, пьяна? Я не пью. Так что ж ты делала в этом ресторане? Сидела и наблюдала, как люди губят себя. Ты что, с Луны свалила, что ли? Нет, почему? Ты на Луне не была? Ты не космонавт? Нет. О, как интересно. А кто же ты? Я человек. О, с тобой не соскучишься. Это верно. Я никогда не скучаю. Я даже не знаю, как можно... Ты можешь помолчать, когда я говорю, нет? Нет.
Вот так. Ясно? Человек. Поехали. Как тебя зовут? Доротея. Садись туда. Не боишься, что моя жена спустит тебя с лестницы? У вас нет жены, вы разведены. Откуда тебе известно? Ваш портной сказал, еще до того, как вы пришли в бар. Ах, вот как. Что же он еще сообщил? Все. Значит, теперь тебе известны все мои размеры. Нет, про размеры он не говорил. Ну ладно, поехали, не бросай же тебя ночью одну на улице. У вас свет? Может, ваша жена пришла? Ничего, не волнуйся. В любом случае влетит мне, а не тебе. Входи. Ну, Добрина. Доротея. А, да, Доротея. Извини. Ну, что будем делать, а? Хочешь воды? Ну, что ты молчишь? Мне же нельзя говорить. А, иногда можно. Например, 8 марта. Что будем делать? М? Не знаю. Не знаю. Да. А, красивая. Старинная вещь. Подарок моего деда. Держи. Оп. Что тебе? Грейпфрут, минеральная вода, кока-кола. Выбирай, что говори, что? Да. Как? Все сразу? Опять расходы. Невероятно. Нет, женщины определенно меня раззарят. У вас красиво. А, ничего особенного. Но мало воздуха. Мало? Предложить баллон кислорода? На 18 этаже рядом с парком ей мало воздуха, ну, знаешь. Это ваше пианино? А, нет, соседское. Я его каждое утро сюда приволакиваю. Нет, я имела в виду, вы играете на нем. Да. Облезлое какое. Потому что старое, но дело свое знаете. Может быть, вы сыграете что-нибудь? В 3 часа ночи ты что, ненормальная? Прошу вас, только обязательно свое. Мадонна с горностаем. О, интересно. Весь дом спит, нельзя. А вы совсем тихонько. Уговорила. Садись. Садись, говорю. Я сыграю одну из последних своих композиций. Небольшую. Это миниатюра из цикла. Это не важно. В общем, ты будешь первым слушателем. Я ее еще никому не исполнял.
Это Кастильские ночи, да? Откуда ты знаешь, что это Кастильские ночи? Знаю. Да, ну откуда? У меня есть способность угадывать... Какие способности? Кто тебе сказал, что у тебя есть какие-то способности? Врач психиатрической больницы, где я живу. Так ты оттуда сбежала, очень милая шуточка. Почему сбежала? Я там только ночую, а днем работаю. Я на стационаре. И что, вас там лечат? Да, доктор Юрукова. И часто это с вами случается? Что? Ну, как сегодня. Что вы не возвращаетесь? Нет, но бывает. Доктор Юрукова меня за это не ругает. Мне это не вредит, даже наоборот. Значит, сейчас вы вполне здоровы? Нет, не совсем. У меня бывают приступы. А как вы попали в бар? В ресторан? Кто вас все-таки пригласил? Никто. То есть, как никто? А я вошла, подсела к стойке бара, и каждый думал, что меня кто-то привел. Все очень просто. Мне не кажется, что все так просто. Это сложно для таких людей, как вы. А почему именно для таких, как я? Ну, потому что вы человек воспитанный, культурный, у вас все в жизни есть. Доротея, все-таки как ты узнала, что я играл именно «Кастильские ночи»? Объясни, как? Не знаю. Не знаю. Можешь лечь на диване. Белье и одеяло в шкафу. Душ и туалет там. Слышишь? Ты слышишь? Да. Доротея. Доротея. Доротея.
Это все рисунки моих пациентов. О, быстрая реакция. Очевидно, Доротея напугала вас. Напугала меня? Не. Ну, а Кастильские ночи? Она вам все рассказала? Да, все. Не буду ничего скрывать от вас. Я наблюдаю Доротею лет 6. У нее бывают приступы шизофрении. Довольно редко, правда. То и представляется, что она героиня книги, которую прочла. Ирина из Табака, ну, Козета из Отверженных, Екатерина... В чем, по-вашему, причина ее заболевания? В детстве ей пришлось пережить 2 сильных нервных потрясения. Представляете, прямо у нее на глазах под машиной погиб ее отец. Вскоре мать вышла замуж вторично. Девочке трудно жилось в новой семье, и она ушла к своему дяде, а тот стал домогаться ее. Оригинально, да? Рисунки. А, да. Вон тот Доротеи. Этот? Да. И этот тоже. В болезни ее играют роль еще и наследственные факторы. Но вот уже год, как все в порядке. Надо постучать по дереву, чтобы не сглазить. Так почему бы вам ее не выписать? Куда? К матери, а может, к дяде? Мне ведь и так приходится делать вид, что я провожу с ней эксперимент. Но это не может продолжаться вечно. Да и больничная обстановка начинает становиться для нее опасной. Да, понимаю. Извините, у нас такой беспорядок, ремонт. Ждем комиссию. О, я так и понял. Кажется, вы меня хотели о чем-то спросить. Да, действительно. Я все думаю, как Доротея могла... О, народное творчество. Как Доротея угадала, что я играл в «Кастильские ночи». В этом нет ничего странного. Она прочла ваши мысли. И, по-вашему, это не странно? Телепатия – это недосужие выдумки. Кто знает, пройдут годы, и, может быть, телепатия станет одной из форм общения. Я думаю, не годы, а скорее века. А пока я разговариваю, мы часто не понимаем друг друга. Mm-hmm. Кроме того, я совсем не уверен, что Доротея вообще знает что-либо о Кастилии. Вы недооцениваете ее. Она много читает. И вообще, Доротея очень интересная девушка. Мне показалось, характер у нее... Довольно сильный. Да, она не из робкого десятка. Нет, она не нахальна. Настойчива, но это неплохо. Кстати, физически она довольно сильная. Так легко справляется с прессом, что это вызывает удивление даже у мужчин. А где она работает? В мастерской прикладного искусства. Штампует детали. Кстати, вы не могли бы ей помочь найти более подходящую работу? Какую, например? Ну, что-нибудь, что заняло бы ее воображение. У девочки руки, ну, просто золотые. А, попробую. Но пока ей не говорить, не хочется ее огорчать, если ничего не выйдет. Она не огорчится. Ей все равно, где работать и сколько получать. Деньги для нее просто бумажки, она абсолютно непрактична. В тот вечер она прекрасно сориентировалась. Вероятно, сработал инстинкт. Да. Номер телефона мастерской. А, да. Алло. Товарищ Манев, мне сказали, что вы звонили. Немедленно приезжай, я нашел тебе новую работу. Сейчас не могу, я же на работе. Приду 5:00. Угу. Thank you.
достаточно свободности. Давно ждешь? Нет, минут 10. Ты же говорила, что придешь в 5. Я не выдержу. Ты вся мокрая. Заходи. Ну так что? Что-что? Какая работа? А, будешь переписывать ноты. Но сначала тебе надо согреться. Прими горячий душ, а я пока приготовлю чай. Доротея, у тебя есть во что переодеться? Нет, вещи я оставила у подруги. Нужно было взять их? Нет, нет. В четверг я получу деньги и куплю все новое. Зачем ждать до четверга? Деньги у меня есть. Ну, хорошо. Отлично. Ты переписывала когда-нибудь раньше? Нет, никогда. Ага. Хорошо. Так и продолжай. Я через час вернусь. Святая Екатерина, святая Маргарита, напрасно вы молчите. Моим рождением был миг, когда я вас услышала. Перечеркнув прошлое, я начала новую жизнь, как вы мне повелели. На коне, с мечом в руках. Это и только это, Жанна, а не другая, которая могла превратиться в жирную квочку. Где ты мой цветок невинный? Друг зовет тебя, твой милый. Слышишь страстный сердце зов? Так вернись же и не майся. Брат Ладвиню. А? Брат Ладвиню. Тебе там удобно? Я думала, тебя убили. Кто? Есть кому. Кто меня может убить? Инквизиторы. Поздравляю вас, доктор Юрукова. Что ты так смотришь, будто я сумасшедшая? Я? Нет. Доктор все рассказал о тебе? Рассказал, но все или нет, не знаю.
А главное? Главное, думаю, да. Это очень страшно. Ну да что там страшного? Ничего особенного. Правда, лучше воображать, что ты кто-то, чем быть ничем. Ты ела? Нет. Пойдем куда-нибудь перекусим. Со мной? А? Разумеется. Наверное, это не совсем удобно. Да? Можно и дома, если что-нибудь есть в холодильнике. Не трудно было? Нет. Конечно, не то, что переписывать книги. Крючки, точки. Ничего не понимаю. Хотя под конец запоминала всю строчку целиком. Научи меня читать ноты. Как хочется попробовать. Ведь не каждый день поступаешь на новую работу. Все-таки события. Можно выпить? Конечно. Из вашего хорошо? Пожалуйста. Доротея, завтра надо встать пораньше. Пойдем в издательство оформлять документы. Слышишь? Как хорошо. И как странно. Можно я сейчас лягу? Ого, голова закружилась. Дай руку. Антони. Выспишься, и к утру все пройдет. Будешь прекрасно себя чувствовать. Антони. Антони. Если хочешь, этой ночью ты можешь остаться со мной. Доротея осталась жить у меня. Осталась так же естественно, как голубь, который нашел себе приют на террасе. Она говорила со мной о цветах, о деревьях, о самолетах, о птицах. И только о людях не говорила ничего. Поняла, да? Прослушай второй номер. Угу. Давай, поехали. Ну. Фрагмент третий. Давай. Это где? Вот здесь. А. Извини, пожалуйста. Начни со второй страницы. И постарайся дочитать ее до конца. Алло? Сам собой. С кем же еще? Абсолютно. О, извини. Хорошо, зайду. Ну,
точно мне трудно сказать. Здравствуй, Надя. Я принес деньги. Ну, входи. Или уже забыл, где дверь? Сейчас я только что-нибудь накину. Не скучает она? Ест хорошо? Даже слишком. У нее запор. Я не буду курить. Как Джерри? Днем спит, а по ночам гуляет. Как и его хозяин. А ты как? Да ничего особенного. Нормально. Связался с какой-то девкой. Почему с девкой? А кто же она? Хороший, честный человек. А у меня она, потому что ей негде жить. Филантроп. Лжешь. Я ж тебя знаю. С тобой нельзя быть откровенным. Говорят, она ненормальная. Говорят, ну и пусть говорят тебе, что они все равно. Мне все равно, но у тебя растет сын. Думаю, эта проблема его не особенно волнует. Это сейчас, а потом, когда у него появится брат или сестра? Вот деньги, а к сыну я приду в другой раз. Ах ты, мерзавец, не спросил, даже здоров ли он! Кого ты слышишь? Твою музыку. Мою музыку? Сегодня на работе я переписывала твой концерт. Да? Ну и как? Понравился? Да. Прекрасно. Ты был у жены. Да. То, что ты думаешь, неправда, Антоний. А что я думаю? Что ты стал посмешищем в глазах друзей. Известный композитор возится с какой-то девчонкой из ресторана. Да еще чокнутый. Ты действительно можешь читать мои мысли? Могу иногда. Это плохо подслушивать чужие разговоры, но еще хуже подслушивать чужие мысли. Это просто невыносимо. Но это же от меня не зависит. Я знаю, что не зависит от тебя, но войди в мое положение. Ужасно. Видишь, ужасно. Я ничего не могу. Не решить, не подумать. О! У меня даже в голове уже звенит. Это звонят в дверь, Антоний. Что ты говоришь? Звонят в дверь. Ну так иди открой. Антоний! Можно на минутку? В чем дело? Вы уж извините, товарищ Манев. Ну? Вы знаете, как мы вас уважаем, и я сам, и вся моя семья. Просто не знаю, с чего начать. Смелее, полковник, как в атаку? Так вот, говорят, сам я не видел, но говорят, что у вас проживает какая-то девушка. Видите ли, полковник, я не мог оставить человека на улице, понимаете? Разумеется. И все же есть соответствующие законы. Какой закон я нарушил? Она ведь без прописки у вас живет. Ясно. Завтра же пропишу ее. Все? Да.
До свидания. Давай быстро паспорт. Какой паспорт? Ну, твой, конечно. Где он? Не знаю. А кто должен знать? Я? Доктор Юрукова. Ну, так пойди к ней. Нет. Что? Он. Он пойдет? Угу. Дом управ? Прекрасно. Антоний, сходи ты, пожалуйста. Антоний, прошу пойду, тебя, Антоний. Пойду, пойду. Я должен был предвидеть, чем все это кончится. Как она себя чувствует? Ну, по-моему, хорошо. Она просила извинить ее за то, что не смогла сама прийти. Это не важно. Чем дальше она будет от нас, тем лучше. Угу. Как она работает? Отлично. В издательстве ее хвалят. Она увлеклась музыкой. Что ж, неплохо. Но Доротее вредно слишком волноваться, а музыка вызывает сильные эмоции. Товарищ Манев, сколько еще она пробудет у вас? Не знаю. Я об этом пока не думал. А подумать бы не мешало. Ведь Доротея может к вам привязаться, а это опасно. Потом она будет тяжело переживать разлуку. Во всяком случае, если возникнут вопросы, обращайтесь ко мне. Да она меня буквально каждую минуту ставит в тупик. Ну, например? Ну, в общем-то, мелочи. А все-таки? То воображает, что она Жанна Д'Арк, то еще что-нибудь. Я уже не говорю о ее способности к телепатии. Ну, это не должно вас беспокоить. Просто у Доротеи на редкость восприимчивая натура. Она не предлагала вам когда-нибудь летать? Летать? Как? С самолетом? Нет. Нет, как птица. Видите ли, это одна из ее навязчивых идей. Или, вернее, мечта, которая характеризует ее как человека. Вам снилось когда-нибудь, что вы летаете? Нет. Странно. Ничего странного. Люди летают лишь в сказках или в фантазиях художников, как у Шагала. А вот мне недавно приснилось, я летала как птица над озерами, лесами, хорошо. Так вам она пока не предлагала летать? Да нет. Я, правда, иногда поднимаюсь с ней на верхнюю террасу. Но вот летать... Нет, нет, не надо пугаться, это просто рецидивы, и ее пугать не стоит. Душа человека, знаете ли... Я думал, вы меня подбодрите. Я вас все-таки напугала. Да, немного есть. А может быть, я нарочно? Впрочем, я уверена, что вы никогда не переступите барьер. Какой барьер? Так говорится. Вот вещи Доротеи. Что ты делаешь в коридоре? Жду тебя. Который час? Скоро 12. А ты должна быть в постели в 11. Мне было страшно. Меня это не интересует. Я никогда не менял своих привычек и не собираюсь их менять ради тебя. Черт! Я привыкну, увидишь. Ложись спать. Антоний? Ну? Антоний. Чего тебе? Я слышу музыку. Ну, ты мне уже об этом говорила. Нет, нет, это не то. Раньше я так читала музыку, а теперь слышу звуки, будто играет оркестр. А может быть, ты слышишь что-нибудь другое? Нет, именно то, что переписываю, будто в голове у меня маленький транзистор. Забыл купить сигарет. А когда ты не смотришь в ноты, музыка звучит? Нет, сразу стихает. Интересно. Ты не можешь представить, до чего интересно. Ну, я бы этому не радовался. Лучше я куплю 2-3 транзистора, чтобы у тебя перестало звенеть в голове.
По-моему, тебе не стоит так уж этим увлекаться. Но это мне приятно. Это волнует меня. Знаю. Но, может быть, поэтому и не стоит? А? Доротея, тебе надо отдохнуть. Это необходимо. А пък си ми обещал на доктор Юрюкова и ще бъде нечестно, ако не изпълни обещанието си. Слушай сега един малък анекдот. Имало две цветенца, по големина различни. По-голямото признало на малкото. Знаеш ли, много те обичам. Нима действително толкова много ме обичаш. Обичам те, няма никакво съмнение. Тогава малкото цветенце опиянено с радост извикало. Значи може вече да дойде пчелата. Пчела? За какво име тая пчела? За какво име тая пчела ли? Не знае. Забравих края. А какая музыка тебе больше всего нравится? Из того, что ты уже переписала. «Лебединое озеро». Чудесно. Чайковский. Ты хотел бы посмотреть это в театре? «Лебединое озеро». Да. И настоящих лебедей. Ну, есть разница? Нет. Почти. А какая музыка лучше? Пожалуй, в театре все-таки большой оркестр. Ну, понимаешь, то, что я слышу сама, исходит от меня, потому живее. Идем? Идем. Не знаю, стоило ли превращаться из лебедя в человека. В принцессу. Да, но лебеди летают. Как душно. Иди спать. Завтра поедем на дачу, под охранилище. У тебя и дача есть? Нет. У моего друга, генерала. Не поеду. Иди спать. Я не поеду к генералу. Я ненавижу, я боюсь военной формы. Боюсь оружия. Глупости. Форма — это всего лишь одежда, больше ничего. У Цеца тоже была форма, я ее помню. Цеца? Кто это? Пожалуйста, новое дело.
дело. Ты же говорил, что не умеешь плавать. Я и не умею. Но ты же плывешь. Естественно. Да, естественно. Давай к берегу. Плаваешь, как лягушка. Может, и правы те, кто считает, что человек произошел от земноводных? Нет, человек произошел от птиц. Иди да се облечеш. Оти види, какво чакаш. Никак ли не се срамуваш от мен? От тебе защо? Как защо? Сигурно си мислиш, че съм стар? Не, ти си Антони. Иди, одевайся быстро. Обними меня. Да ну. Дорогая. Так, да. А вот, теперь у тебя собака есть. Только, пожалуйста, без намордника и ремешка. Я их ненавижу. Хорошо, хорошо, теперь иди одевайся скорее. Нас могут увидеть, слышишь? Боишься, а? Вот почему тебе будет трудно найти в лесу свою маленькую полянку. Ты устал, но там уже горит костер, разведенный чьей-то рукой, щебечут птицы, вьется мошкара. Но все-таки ты найдешь свою полянку. Когда? Авал. Антони? Да. О, ну что, говори. Хочешь, я расскажу тебе, как умер мой папа? Не сейчас. Потом. Потом у меня не хватит сил. Как хочешь. Только не волнуйся. Я видела, как иногда папа плачет. Тогда я еще не знала, что у мамы есть любовник. Пожарник. Цец. В то утро, когда мы пошли покупать пальто, папа был очень грустный. Это было перед самым Новым годом. Я помню, ночью шел дождь, а потом ударил мороз. И капли на лету превращались в шарики. Я наступала, и они лопались у меня под ногами, словно человеческие глаза. Папа купил мне синее пальто. На улицах было полно народу. Все что-то тащили, кто елку, кто детские игрушки. А я шла и улыбалась. Не помню, как я попала домой и что сказала маме. Помню только, что она побледнела, но глаза ее остались пустыми. Мне до смерти захотелось проткнуть ее толстое брюхо, чтобы вылилась вся мерзость, которая скопилась у нее внутри. А мне после какво стана? Какво да стана? Ты много добре знаешь, какво е било после. Не, не ме питай. Разбирам, Доротея, че не ти е лесно. Но помачи се да разкажеш. Нужно е. За тебе самата е нужно. Айде, Доротея. Вскоре после смерти папы мама стала женой Цецу. Он был страшно жадным человеком. Главное для него в жизни были и деньги. С тех пор я ненавижу жадюк и скопидомов. Ненавижу их самих и их богатство. Знаешь, Антоний, пока в мире существуют деньги, люди будут так же ничтожны и жалки, как эти бумажки. Именно бумажки и только.
У денег нет своего лица, они похожи на человека, которому принадлежат. Бывают недобрые деньги, бывают хвастливые и даже глупые. А бывают и жадные, на них ничего не купишь. Потом мы переехали к Цеце. Переехали, чтобы не платить за квартиру. Вещи перевозили, конечно, сами. Тоже из экономии. Дом Цеце стоял на окраине города. Это был даже не дом, так хибарка. Недалеко находилась свалка старых машин. В конце года родились близнецы. Я спала на кухне вместе с матерью Цеце. А может, это была его бабка или прабабка, не знаю. Я одного не понимаю, Антоний, как может быть счастье ничтожно или даже противно, но так бывает. А я-то думала, есть одно счастье — летать. Потом Цеца избил меня и выгнал. Тогда я перебралась к доктору Юроковой, а позже встретила тебя. Вот и все. Я тебя испугала? Да не то, чтобы испугала, но мне неловко, что ты на меня смотришь. Почему? Повернись, тебе же неудобно. Я все-таки не ребенок, я мужчина. Какая разница? Ведь это так естественно, Антоний. Ну, не знаю. Конечно, естественно. Ты так говоришь, потому что никогда не видела голову мужчины. Как это не видела? Видела. Один парень пригласил меня к себе домой и сказал, чтобы я разделась. А мне не хотелось. Тогда парень сам стал раздеваться, чтобы показать, как это делают. И, представляешь, оказался совершенно голым. Это было так смешно. Ну и что, вы были с ним близки? Комната небольшая, я стояла от него метров так. Нет, 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 я не о том. Вы с ним сошлись? Как? Ну, как люди сходятся. Как муж и жена? Да.
А, нет. Я еще никого не любила. А он пришел в такое состояние, этот парень, что бросился на меня и потащил меня к кровати. А мне стало так противно. Я думаю, как же мне быть, как мне быть? И бац его по башке. Антон. Искаш ли язвы за собрыка? Не. А. Не, той, като избяга. Антони. Прегърни ме, както тогава на езера. Не, не, не. Не трябва, Доротея. Видела я твою ненормальную. Где? Подкараулила ее возле издательства. Да ведь там работает девушек 20, если не больше. Но всего одна сумасшедшая. Ага. А теперь иди к себе в комнату, иди, иди. Смотри только, чтобы не было катастрофы. Хорошо. Вообще, она ничего. Но тонковаты ноги, насколько я знаю твой вкус. А у женщин с твоей точки зрения главные ноги. Наверное, ты даже не замечаешь, есть ли у них головы. Не мог же я заметить то, чего у тебя никогда в жизни не было. Ха, как остроумно. Перестань играть, ты не ребенок. Она спешила, очевидно, к тебе. Так неслась, что я не догнала ее. Может быть, ты мне не поверишь, но чем-то она меня тронула. И мне жаль ее. Почему? Что можно от тебя получить? От махрового эгоиста, самовлюбленного, равнодушного к людям. И закон на твоей стороне. Закон? Именно. Не притворяйся. Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Закон не позволяет тебе жениться на ней, поскольку она ненормальная и ничем не рискует, и просто немного пощекочешь себе нервы. Что за чушь? Так зачем ты связался с ней? Хочу ей помочь. Филантроп. Нет-нет, есть здесь какой-то тонкий расчетец. О, боже мой. Не вздыхай. Послушай лучше добрый совет, порви с ней. Край, край. Доротея, лада закусишь. Изморили се? Возьми кусочек кекса. Нет, не хочу. Ну, что мне с тобой делать? Идем тогда в кухню, выпьешь молока. Да, не скучаешь. Ну, что ты? Слава богу. Эта девчушка как мотылек. Да. Прошу.
Да что наглядаешь такая, Дороте? Кажи. По борту да караш можешь ли? Мога. Аз всичко мога. Днес сутринта се обади жена ти. Откъде позна, че е тя? Познах я по гласа. Той е кротък, добър. Кротък, да, когато говори с котката. Ема чудовищен характер. А значи тя не ти позволяваше да си имате куче вкъщи? А, не, напротив. Животните тя обича. Има си сега и котка. Как, котката нали е при тебе? Отаракът, но те бяха две. Джери и Коц, семейство. Е, какво, и тях ли ги разделихте? Ами да. А мене също ме разхождаш. Ти не си куче и сега не е сутрин. Ти можеш ехать еще быстрее. Быстрее. Что ты там бормочешь? Да ты что, с ума сошла? На такой скорости. А если бы ты вылетела, разбилась бы. Доротея, успокойся. Успокойся, не сердись. Все хорошо, ничего не случилось. Но ты же сама понимаешь, при такой скорости это было опасно. Доротея. Ну, все, все. Успокойся, успокойся. Вот видишь, все и прошло. Так. Ты что дерешься, а? Не оглаживай меня, как лошадь. Да что ты, Дороте, что ты? Я ведь не хотел тебя обидеть, это я любя, глупенькая. Что ты сказал? Чтоб ты не обижалась. Нет, 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 после этого. Ну что ты, глупенькая, что я еще сказал? Ничего. Нет, сказал. Что я говорил? Что ты любишь меня, говорил? Ну, может быть, и говорил, не помню. Ну, а что тут такого? Ну, что ты? Успокойся. Успокойся. Дай руку. Дай руку. Вот так. Идем. Идем. Вот так. Тебе о моем дяде. Расскажи. Но я боюсь. Чего боишься? Что это перейдет на тебя. А, за меня не волнуйся. Когда Цеца прогнал меня, я ушла к своему дяде. А что было дальше? Расскажи, тебе станет легче.
Дядя жил один. И лишь иногда к нему приходила женщина помочь по хозяйству. Я боялась их. А спроси, почему? Не знаю. Спокойно, голубка, спокойно. Как мы проводили день за днем. Но вот однажды, помню, утро было серым, шел дождь. Дядя попросил меня подняться с ним на чердак, помочь отыскать в чемоданах какие-то старые документы. Но я догадывалась, что будет дальше. Наверное, тебе кажется, что я просто оцепенела от испуга и потому не знала, как мне быть. Нет, это не так. Я не была напугана. Я бы могла закричать, убежать от него, но я этого не сделала. Иди сюда, милая, иди. Не бойся, я с тобой. Сейчас, подожди, вот, надень шляпку. А?
Дядя сам был ужасно перепуган. Вот это-то меня и спасло. Он глубоко несчастный человек, Антоний. Я думал, что знаю о жизни все, по собственному опыту или из книг. Но теперь я понял, что книги и люди говорят не всю правду. Наверное, не смеют. Тебе тяжело, Антоний? Я говорила, все перейдет на тебя. Не думай об этом. Ты очень добрый. Я не хочу быть добрым, как ты это понимаешь. А хочешь, станет легко. Легко-легко. Почему мне должно быть легко? Я не хочу. У меня не укладывается в голове, как я мог жить до сих пор таким беззаботным, ничем не отягощенным, словно тело, лишенное тяжести. Встань, Антоний. Я не сделаю тебе ничего плохого. Встань. Дай руку. Посмотри наверх. Ты должен привыкнуть к небу. Сейчас ты почувствуешь удивительную легкость. Взлетаем, Антоний. Сегодня было двое, но не бойся, я не птица, я человек. Дай мне руку, я согрею тебя. Thank you.
Что же случилось? Мы летали. Доротея и я. Расскажите поподробней. Даже не знаю, что же тут рассказывать. Мы были в гостях у моего друга, генерала. Потом вернулись в город. И поднялись на верхнюю террасу. Все было прекрасно. Она рассказывала про своего дядю. И вдруг предложила мне лететь. Я, как идиот, сразу согласился, не задумываясь. Мы летали, как птицы. Какой сегодня день? Я спрашиваю, какой день? День какой? 26-е. Но это случилось 25-го ночью. Прошлой ночью. Среда или четверг? Четверг, среда, четверг, четверг, верно. Спокойно, спокойно, ничего страшного. Вы вполне нормальны. А? Да, но нормальные люди не летают. Но ведь нет доказательств, что вы летали. Имейте в виду, что порой галлюцинации бывают более реальными, чем действительность. У меня не бывает галлюцинаций. Но Доротея обладает способностью к внушению. То есть вы считаете, что я был загипнотизирован, что ли? Может быть. Так вы, значит, отрицаете, что мы летали? Поверить в это довольно трудно. Ага. О, Господи. Но и отрицать полностью этого нельзя. Как так? А вот так. Ну, позвольте, вы же... Садитесь. Ну, садитесь, садитесь. Вы абсолютно нормальный человек, и вам ничто не угрожает. Скажите, доктор, вы знаете, что такое гравитация? Увы, нет. Физики эти не знают. Дело не в определении, а в сути. Вы, вероятно, слышали, какая огромная энергия требуется для того, чтобы вывести ракету на орбиту. А вы уверены, что человечеству известно обо всем, что касается энергии? Не понимаю вас. Наукой доказано, что есть еще энергия, присущая живой материи. Ее не могут объяснить известные нам физические законы. Я вот читала о перемещении предметов в пространстве посредством мысли. Но человек не может летать. Видите ли, мы еще не все знаем о человеческом сознании. Я не о том, человеку не дано летать. Все понятно. Вы не подготовлены. К чему? Я ведь не утверждаю, что вы летали. Это и правда невероятно. Но только из-за того, что мы прикованы к земле, нельзя думать, что точно так же и везде, во всей Вселенной. Да нет, это невозможно для человека и ему подобных, если вообще таковые существуют в нашей Вселенной. Во всяком случае, прошу вас, не спорьте с Доротеей. Не разубеждайте ее. Этим вы ее только растревожите. Сделаем вид, что мы верим. Но если она предложит вам снова летать, не соглашайтесь. Вот тут не бойтесь огорчить ее, не бойтесь. Будьте спокойны. Не могу, нет. Ведь не зря же она выбрала именно вас для этого эксперимента. Права. Костанца, будете добра. Да? Поиграйте, треба до своего бани по телефону. Добре. Оставяте ме в най-тежкия момент. Нищо. Ще се справите. Дано. Пас. Пас. Плаща. Печелите. Има голям шанс. Ти ужинала? Нет. Завтра утром я уезжаю в Пловдив. Там состоится концерт из моих произведений. Мне необходимо быть на последних репетициях. А на концерт мы поедем вдвоем.
Ты была когда-нибудь в Пловдиве? Антони, я ошиблась. Я напугала тебя. Я думала, ты мне поверишь. Не будем говорить об этом. Я очень устал. У тебя есть новые рисунки? Я перестала рисовать, не могу. Сейчас музыка для меня все. Ты видишь черные точки, закорючки, а за ними кроется столько. Доротея, вчера у меня маник был. Музыка у людей вызывает слишком сильные эмоции. Ну и что? Ничего. Просто тебе вредно волноваться. Вы знаете все. Он сказал. Вы были там наверху? А, извините. Манев был смущен и напуган. Он такой чувствительный, может, от того? Да, чувствительный. А точнее, чувствительный эгоист. Ты прости, что я тебе это говорю, но я хочу, чтобы ты знала. И все-таки в тот вечер. Нет, я думаю, он мне поверил. А я думаю, он был не совсем готов к этому. Значит, я напугала его. Он хочет, чтобы я была такой же, как все, совершенно нормальной. Доротея, ты как раз совершенно нормальная моя девочка. Просто не надо его больше пугать. Давай, пойдем ко мне. К вам? Туда? Нет, нет, ты не так поняла. Не в больницу, а ко мне домой. Нет. Пойдем на концерт, послушаем хорошую музыку. Я не хочу. Я буду ждать его. Он вернется. Thank you.
С той беззвездной ночи, когда мы с ней встретились, прошло много времени. Она теперь мертва, а я с мучительной болью чувствую, что не могу припомнить ее лица. И не только лица не сохранилось в моей памяти, но ни одной черточки. И помню лишь пятнышко крови тут около рта. Доротея была необыкновенная. Поразительная девушка. Но ее чрезмерное увлечение музыкой оказалось губительным для ее нервной системы и ее душевного равновесия. Ну, все это не самое важное. Главное то глубокое, что было заложено в ее чистой человеческой природе. А я, подобно большинству нормальных людей, принимал это за ненормальность, за отклонение от норм. Това безусловно така, защото не го притежавам аз. От невежество и посредственост. А може би даже от завист. Наистина, бях оплашен и макар, че можех да изтръгна тия проклети ноти от ръцете, аз не го направих, защото как да стъпчеш онова, до което не можеш да достигнеш. Ты что-то не договариваешь? Нет. Тогда я не понимаю, отчего ты так внезапно сбежал из дому. Я же сказал. Той ночью мы были впервые близки. Это потрясло меня. Мне необходимо было собраться с мыслями, успокоиться. Да. Ты поступил весьма неразумно. А тебе не пришло в голову, что Доротея тоже нуждалась в утешении и в добром слове, особенно после той ночи, и может больше, чем ты? Теперь я это понял, но уже поздно. Где ты ее взял? Твоя? Здесь стоит фамилия Манев. Да, моя, моего деда. Насколько я понимаю, ты меня допрашиваешь? Конечно, допрашиваю. Только совсем не так, как принято в подобных случаях. Что значит в подобных случаях? Объясни. Произошло нечто ужасное. Доротея убита. И убита жестоко. Ее сбросили откуда-то сверху. То ли из окна, то ли с верхней террасы, как, например, ваша. Кости у нее переломаны, внутренности разорваны. Прости меня за подробности. А эта вещь оказалась далеко от дома. Ты мне не можешь объяснить, каким образом? Ну, почему ты решил, что Доротею убили? Может, она сама откуда-то бросилась? Дело в том, что ее нашли в таком месте, где не было никаких домов. Очевидно, ее перенесли туда потом. А кому это было нужно? Тому, кто виноват в ее гибели. Когда это произошло? Медицинской экспертизой установлено между 11 и 12 ночи, именно в то время, когда ты вернулся. И потому ты меня подозреваешь. Что ж, естественно. Я этого не говорил. Имеются факты, доказывающие твою невиновность. Если бы ее сбросили с вашей террасы, она упала бы на асфальт, который идет вдоль всего дома. Но в таком случае там остались бы следы крови. А их нет. Глупо полагать, что это произошло где-то в другом месте, а потом ты перенес труп. Все? Да. Но так и остается открытым вопрос. Кто убийца? Я не сказал ему правды.
Он бы не поверил. Решил бы, что я сумасшедший. Разве может нормальный человек допустить, что она просто упала с неба? Возможно, даже нарочно сложив крылья. Это я погубил ее. И уже никакая сила в мире не в состоянии вернуть к жизни единственное человеческое существо, которое умело летать. Поздним вечером, с замирающим сердцем, я поднимаюсь на террасу. Мне хочется быть ближе к небу. Это небо никогда уже не будет моим. У меня нет крыльев. Никогда я не переступлю барьер. Никогда не смогу подняться выше этой нагретой солнцем террасы, на которую время от времени садятся одинокие голуби.